Ледяной флешмоб прошел в Красногорске в День защитника Отечества. Около 130 человек обливались холодной водой в честь праздника. При этом столбики термометров показывали около минус 20 градусов. Среди участников флешмоба были и дети от 5 лет. Акция под названием «Быть здоровым – это модно» проходит в Красногорске уже в 9-й раз. Ну, по крайней мере, выживают участники, понимаешь?